День добрый! На связи МК Бацкий. Сегодня мы продолжим с вами проходить интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру, давным-давно успевшую стать культовой, под названием Grand Theft Auto San Andreas. Это, мои дорогие друзья, у нас уже с вами полуюбилейная 95-я часть. Ну что, погнали дальше, да пройдем, да проходить миссии УЗИ, да? Вообще, у Триады дела с нашим-то участием постепенно начинают налаживаться, и это хорошо. И для нас, и для Триада в целом. Ну давай, давай, Сиджи, беги. Хоп, я перепрыгнул тебя. Десантная операция. Seriously, when I'm in the deep water, it panics me. Plus, I'm terrified of eels and squid and seaweed and... Okay, dude, see, I know you're just trying to make excuses now. Look, CJ, I need someone from outside the Triad who I can trust. All right, so let me get this straight. You want me to swim around in dirty dock water, dodging little brown jelly beans and Vietnamese gangsters, to put a bug on a boat in the harbor? You're so negative. Listen, man. When I was a kid, swimming off the Santa Maria, I once got a condom stuck to my face. Hard like that stays with you for life. Believe that. I have a confession to make. I'm blind. No shit! Yeah. Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap, in the water, they'd be quite useless. All right, Woozy, relax. Don't beat yourself up about it. Look, I'll do it. One last thing. You do know that I'm black, right? And not Chinese. I'm blind, Carl, not stupid. Доберись до доков. Вообще, эта миссия... Ну, если вы придете на эту миссию, не занимаясь тем, чем мы с вами занимались, а занимались мы с вами очень долго тем, что собирали устрицы, то у вас будут легкие непрокачивания. До определенного уровня вы придете, там будет показываться другой забавный ролик, что Сиджи играет с ним видеоигру, и он обыгрывает его Вузи. Сиджи, видеоигре, он же знает, как еще клипы так удивляется. Че, да как ты это делаешь? Так ржет. Нормально, да? Ну и суть. Суть в том, что вам скажут, что у вас не прокачан навык плавания. Он, кстати говоря, там у Сиджи будет спрашивать. Сиджи, а ты что, как плавать умеешь? Он говорит, не, никогда, типа, нет, я не пробовал, не мое, типа, это. Ну там что-то, типа, он проигрывает, там, ахаха, и все в этом духе, да? И Сиджи говорит, что вам надо прокачать скилл, так сказать, плавание, ну не плав, скилл плавания, скажем так, навык, объем под... объем легких, чтобы вы смогли дольше плавать под водой, потому что здесь они по миссии, здесь-то по миссии понадобится, это прохождение миссии. Вот мы прокачали это, пока собирали устрицы, что довольно неплохо. Первый раз у меня такое, обычно я прихожу на эту миссию, а потом уже иду плаваю специально собираю устрицы. Судно, на которое тебе нужно установить жучок, стоит на якоре в море. Тебе придется добраться туда вплавь. Учти, маршрут патрулируется ребятами из банды Данан. Эпичность этого момента зашкаливает. Плыви к кораблю и поднимись на борт. Окей. Только оружие в руки взять как-нибудь. Так, путь впереди перекрыт, но есть подводный туннель. Тебе придется нырнуть. Проплыть через этот туннель. Угу. На самом деле мы могли сверху облезть, ну ладно. Так вот, мой вам совет, когда дойдете до этого момента, теперь можешь всплывать. Когда дойдете до этого момента, идите собирайте устрицы, а не просто плавайте, иначе просто потеряете время в пуску. А пока будет собирать устрицы, а вы как видите устрицы для сбора предостаточно, чтобы прокачать скилл к этому моменту,
Ну, так что вы к миссии уже будете подготовлены. Так что заранее забирайте устрицы, а потом уже соберете остальные. А если дойдете до этой миссии, не собирав устрицы, идите собирать устрицы, а не просто плавайте, иначе потеряете время. На траектории основного маршрута по воде находятся два патрульных катера. Если тебя заметят, тебя что-то там это, не всплывай на поверхность, если тебя заметят. Так, у нас здесь была. Если тебя заметят, ныряй под воду, чтобы тебя потеряли из вида. Ага. Приплыви к кораблю, поднимись на борт. Окей, давайте под водой поплывемся. Пока мы это можем. Довольно неплохая миссия, интересная. Сейчас пусть воздух установится. Спешить некуда. Ну, что с ней увидит, отсюда. Тебя заметил один из охранников. Наверное, чтобы они потеряли тебя из виду. Окей. Если охранник заметит, что ты быстро плывешь, или если ты достаточно быстро мнешь, они откроют стрельбу. Че он там сказал? Ну, понятно, что заметил там кого-то. Только охранник потеряет тебя из виду. Всплыви, чтобы отдышаться. Когда вернешься на поверхность, охрана тебя не заметит, пока не пошевелишься. There, see him? Keep circling. Продолжай делать круги. No, he's long gone or dead. Когда он свалил, уже сдох. Если тебе лучше прожектор свет тебя, когда ты хочешь на поверхность воды, то охранники откроют по тебе стрельбу. Чтобы резко прыгнуть из воды, нажми левый shift. Окей. Прокрадись на корму танкера, установи жучок. Веди себя как можно тише, чтобы не привлечь внимание охраны на борту. Это ножик. Хорошая вещь. Давайте, like a ninja style. Он нас увидел, да? Будет обратно. Успеем? Конечно, успеем, почему нет? Не спалились, кстати. Угу. В паралэп все одеваются, кстати. Режем вьетнамцев. Так. Так, угу. Угу. Еще один. Угу. Спускаемся. Так, погодите. Надо убрать свидетеля. Так, пока нам, короче говоря, по сюжету на этот корабль приходить больше не придется, так что давайте осмотримся, никогда сюда не залазил, по-моему. Интересно, что-нибудь тут есть ценное, или это просто так, для декора? Ну, довольно неплохо, там кто-то ходит, патрулирует. Сейчас зарежем последний оставшийся. Не оставляй же свидетелей. Слепой. Его труп не смутил там? Вообще упоротые какие-то. Ну да ладно. Чтобы установить жучок, нажми Enter. Ты установил жучок. Покинь танк и возвращайся в доки. Окей. Окли-докли. Так, куда нам плыть? Ага, есть. Угу, тебе показалось. Объем люки плюс. Ну да. Да похрен, успеем.
under us. Миссия пройдена. 11000 авторитет плюс. Довольно неплохо. Еще эти миссии вам помогают денежку накопить, кстати говоря. Угу. Так, если я ничего не путаю, еще осталась последняя миссия с Вузи. Вроде как, если я ничего не путаю. А дальше все. Угу. Так что мы справились. Ну давайте подведем итоги миссии пока. По сути дела, ради интереса отряда, Вузи просит нас с вами установить жучок на корабль вьетнамцев, стоящий в... Не хотела... Богатая. Так вот. Ёлы-палы, это уже не наши тох, это кто-то... А что это было, кстати? Не, а правда, что это было? Машина взяла, как-то перевернулась и взорвалась сама. Без нашего участия, заметьте, лол. Какие же интересные вещи не делают. Так вот, что втирал. Нам установить жучок, да? Мы с вами не соглашались это делать, поскольку работа геморная, но когда, так сказать, Вузи открыл нам, мы это уже и знали, но сам открыл нам печальную, так сказать, свою тайну, все это называем проклятие, что он слепой, Сиджей, остроговший что ли, да? Решил пойти на миссию. Мы с вами пошли, проплыли сквозь охрану, установили жучок на вьетнамский корабль, но я так полагаю, это очень важно для интереса, потому что, по сути дела, теперь триада сможет отслеживать целый корабль вьетнамцев и знать, что, какие у них там интересы и цели есть. Так что, вот такие вот у меня сегодня итоги для вас, мои дорогие друзья, девочки и мальчики. Ну что, мои друзья, на связи был МК Баски, и мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующих видео на нашем с вами старом добром консервативном канале. Всем пока!